Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий» і програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях майстер спорту СРСР зі стрибків на батуті, голова обласної федерації, старший тренер ДЮСШ номер 2 зі стрибків на батуті Олександр Винокуров. Олександре Федоровичу, вітаю. Засновниками стрибків на батуті вважаються американці. Джордж Нісен на початку 30-х років 20-го століття побудував перший батут. У 1948 році у Сполучених Штатах Америки провели перший національний чемпіонат. А як стрибки на батуті з'явилися у Радянському Союзі, зокрема в Україні, у нас в Дніпрі? Ну да, это правда, что батут начинал развитие в Америке. Вот, и постепенно первые батуты появились в цирке. Вот, сначала были сетки, они мало были похожи на батуты, ну, по крайней мере, они назывались уже батутами. Вот, и постепенно с цирка перешел батут, вспомогательный снаряд для гимнастики и акробатики. И в 69 году прошел уже первый чемпионат Украины по прыжкам на батуте. Вот. И с этого начались регулярно проводить чемпионаты и Европы, и мира, и Советского Союза. То есть как с 69 года батут стал самостоятельным видом спорта. А от як ви починали, як ви прийшли у стрибки на батут і чому обрали саме цей вид спорту, ви особисто? Я пройшов спортивну школу, взяли мене на спортивну гімнастику. В якому це році було? В 69-му. І я проходив мимо, і в залі, в маленькому залі стояв один батут. Я посмотрел, як прыгають. І постійно заглядував. І тренер говорить, що нравится, нравится. Говорю, ну давай попробуй. Я попробував, і так вийшло, що от до сих пор в батуті. А скільки вам було років тоді? Да, я почав поздно займатися. Це було в 6-му класі вже, звісно, це було для того времени, это еще было более-менее не те сложности, не та высота. А сейчас, конечно, у нас набор идет, это 5-6-7 лет. А ваш перший тренер, перші наставники, пам'ятаєте? Звісно, це Ніна Васильівна Ковшова, вона шестикратна чемпіонка Совєтського Союзу, мастер спорту, воспитала дуже багато воспитанників і призери чемпіонату світу, і Європи, і Совєтського Союзу. Ну, я не буду говорити вже ніже. А от ваші перші досягнення, от коли ви зрозуміли, що спорт і батут – це ваше? Це сенс вашого життя? Ну, как-то раньше для дітей було два увлечения. Это спорт и музыка. Вот, то есть выбор был настолько маленький, что у нас класс был спортивный, и поэтому я выбрал спорт. А батут мне понравился, но вот как оно родное потянуло к нему, и не знаю, наверное, что-то подсказало внутри, что это мое. Ну, от почали у 69-му, вже були на той момент у 6-му класі. А от перші змагання і перші особисті досягнення? Перше соревнування – це був чемпіонат України в Донецьку в 71-му році. Звісно, я поїхав не настільки, щоб соревноваться за призові місця. Ну, это было участие для меня, как будто бы на чемпионате мира. Я посмотрел, как прыгают спортсмены высокого класса. На то время крутили там двойные сальто. Это для меня, конечно, была большая школа. Ну, потім були чемпіонати України, чемпіонати СРСР. Ви, до речі, чемпіоном СРСР були? Ні, чемпіоном України були ми в синхронних прыжках. І у нас ще проводили соревнования. Це общество були «Буревестник», «Трудовий резерв». Зараз як такого нету вже. Да. Я виступав за «Буревестник» общества. Вот, и проводились уксоветы, центральные советы буревестника очень часто. Вот, и становились мы в синхронных прыжках индивидуальных и чемпионами, и призерами.
А от найвищі досягнення в особистих прыжках, стрибках от на чемпіонаті України, на чемпіонаті СРСР, які місця? На чемпіонаті України це було призове місце, я зараз не пам'ятаю, друге чи третє, а, звісно, на чемпіонаті Совєтського Союзу не було у мене індивідуально високих досягнень. Да. Однак ви стали майстром спорту, так, отримали да. це звання. А потім, ну, коли ви завершили кар'єру? Скільки років було? Кар'єру спортсмена? 23 роки було мені. Я закончил институт, тренировался, затем служил в армии, выступал за СКА, спортивный клуб армии. И после окончания армии я закончил выступление, потому что вернулся домой в Днепропетровск. И сразу позвонили мне, говорят, ты уже работаешь на школе. То есть у меня выбора не было. Тобто сразу запросили вас тренера, так? Ймовірно, гарні умови запропонували, ви одразу велику зарплатню вам запропонували, так чи ні? На то время как-то не считали деньги, сколько получать. Даже было не так, как сейчас приходишь на работу и первым делом, а сколько мне будет заработная плата. Да. А на то время даже как-то ну, не настолько интересовало те даже условия и зарплата, насколько желание работать тренером. Ваші досягнення як тренера, я знаю, Олексій Гвоздиков, Наталя Кошелева вигравали чемпіонати Європи, становилися срібними призерами європейських змагань. Сюзанна Антонова, володарка Кубка світу. Чим ці видатні спортсмени? Ну, до речі, от розкажіть, як їм вдалося вашим вихованцям завоювати такі досягнення? Багато було праці для того, щоб вивести їх на таку висоту? Та, ну, звісно, це любое досягнення, це тренерський труд, якою б воно не було. Це на Україні, на чемпіонаті Європи чи світу. Любое досягнення – це труд. Звісно, на той момент Наташа выполняла очень трудное упражнение в индивидуальных прыжках. Вот. А Гвоздиков отличался частотой исполнения, техникой исполнения. Вот. Поэтому и Бельгия, они завоевали в команде золотые медали и в синхронных прыжках серебряные медали. Конечно, это для меня был первый успех, достижение такое, мы радовались, да. Вот. А Антонова Сюзанна тоже, конечно, вот есть спортсмены, которые добиваются трудом, есть талант, как говорится, Божий дар от Бога. Да, это был талант. И, конечно, можно было прыгать и прыгать и прыгать. Мы поехали в Болгарию. И на своей технике и сложности упражнений в индивидуальных прыжках заняла первое место. И в синхронных прыжках серебряную медаль завоевала. А от чим зараз займаються ці спортсмени? Вони працюють у спорті, у українському спорті, у стрибках на батуті? Ну, на даний момент, если сравнить, как было раньше, спортсмены поступали... Точнее, даже не поступали, приглашали их поступать в медицинский, строительный, горную академию, горный институт, химиотехнологический. То сейчас они знают, что они тренируются, у них есть две специальности. То, что они в институт заканчивают, и то, что они зарабатывают деньги. Это шоу. Они ездят по всему миру, зарабатывает деньги, выступает в цирке, в парках, аттракционы разные. И я хочу сказать, что если кому-то предложить работу, и было такое, что пришел мой воспитанник, тот же Алексей Гвоздиков, я говорю, вот тренером работать, и назвали ему заработную плату,
Он так посмотрел на меня, ну, удивленно, что вы мне предлагаете. Я получаю там в неделю столько, или может в день даже столько. И до сих пор они выступают, хотя уже и возраст такой. Вот. Единственное, Наташа Кошеля вышла замуж, опять же, в шоу познакомилась с иностранцем, с голландцем, вышла замуж, живет в Голландии, и родила двое детей, и, в общем, основалась там. А Сюзанна Антонова тоже выступает, по-моему, на данный момент где-то в Китае. Тобто дуже важко от найкращих спортсменів запросити у спортивну нашу школу Дніпровську, так, щоб вони передавали свій досвід юнакам, молоді. Треба їм запропонувати якісь такі кращі умови, так чи ні? Звісно, так. Навіть хто не уїжджає, у нас зараз в Дніпропетровську, в Дніпрі відкрилось багато школ частних. Платные, где приходят и взрослые, и дети прыгать на батуте. Где-то, по-моему, уже 5 школ в Днепре открылось. И мои мастера спорта, те, которые закончили школу, поступили в институт, идут работать. И хотелось бы им сказать, ну как так? Ну вот вы идете работать непонятно куда, а закончили школу, сколько тренер труда вложил, и вы... Они получают зарплату, ну, наверное, я 40 лет проработал, наверное, ну, раза в полтора больше, чем я. А вот эти приватные школы выховывают спортсменов, выступают на змаганиях? Нет, вот на данный момент одна ученица пришла наша и попросила выступить на наших школьных соревнованиях. Вот, мы попробуем, может быть, и в самом деле поговорим с ней. Чтобы, которые детки маленькие приходят, она хороших отправила к нам в школу. Ну, это на таких дружеских отношениях. Дуже мале фінансування спортивних школ привело до того, що скоротилися, і зараз, ну, раніше було 4 школи у Дніпрі, так чи ні? Да. А зараз тільки одна школа, яка працює на всю область, і то в маленькому залі, так чи ні? Було 4 школи, і настільки було цікаво працювати. Чому? Тому що була дуже велика конкуренція. Вот, школа была в ДХТИ, в Днепрошине. Вот, ну, закончилось тем, что в самом деле это зависит от финансирования. То есть нужно было, раньше мы работали в том же строительном институте, в мединституте, ставили батуты, и даже нас просили, чтобы работали, потому что проводились спартакиады по прыжкам на батуте среди вузов. В Дніпрі. У ДХТУ, в Шиннику. Да. А когда коснулась оплата аренда, конечно, кто будет платить за аренду, лучше проводить там баскетбол, турниры или мини-футбол там, или что-то еще такое. А в той же час у світі стрибки на батуті розвивалися. З 2000 року цей вид спорту уже увійшов у програму Олімпійських ігор з 2000 року. Здавалося, треба і у нас розвивати, однак у нас поки що ситуація навпаки. А от розкажіть, будь ласка, ДУСШ, от єдина в області спортивна, ДУСШ номер 2 спортивна школа Дніпровської міської ради, яка розвиває стрибки на батуті. Ви вже давно працюєте і тільки працюєте саме у цьому закладі. Працювали понад 10 років директором були, зараз працюєте вже багато старшим тренером. Розкажіть, будь ласка, про ДУСШ номер 2. Ну, немножко я вернусь к Олимпийским, Олимпиаде, когда в 2000 году прыжки на батуте, один вид включили, это индивидуальные прыжки. И то, что нас радовалось, первые Олимпийские игры, и Оксана Цегулева с Николаева завоевала серебряную медаль. Вот, конечно, мы все радовались, довольны были, хотя знали на тот момент, какая будет конкуренция со стороны и Великобритании, и Германии, и Франции, и Канады. Вот, но и больше радости еще было в 2004 году, когда Юрий Никитин стал олимпийским чемпионом. Конечно, это был показатель, это был для не только для
батута, это для всей страны. Потому что начинающий такой вид спорта, можно сказать, на тот время еще развивающийся и молодой, и олимпийская золотая медаль. Конечно, это было здорово. Но потом уже прошло 3 олимпиады, достижения на такие. Вот, да, я помню ваш вопрос по поводу, вроде бы начиналось развитие вида спорта, а получилось немножко наоборот. То есть привезли серебряную медаль, через олимпиаду олимпийскую медаль золотую, и сократились и школы, и точки батута в Украине по городам. То есть стало гораздо отношение к виду спорта гораздо хуже. Вот. Про нашу школу, ну что сказать, когда я пришел работать в 80-м году, вот, для меня зал это был родной, вот, казалось, дворец спорта, хотя размер 6x9. Вот, ну, сейчас, конечно, вот последняя была передача, когда мы приехали с чемпионата Украины, привезли 12 медалей среди юношей, и Шинкаренко брал интервью, и говорит, в конце... Сказал, говорит, как можно работать в зале юрского периода. То есть понятно, что да, таких достижений и высота не позволяет, и размеры зала, и все такое. Да. Ну, ничего страшного, мы не сдаемся, мы выезжаем на соревнования, завоевываем медали. Последний старт у нас был Кубок Украины. Женя Дьяченко в синхронных прыжках с Кристиной, с Николаева выиграли Кубок Украины. Вот. Постоянно привозим медали и показываем, что школа живет, мы трудимся и показываем результаты. До речі, ви були у Китаї, ділилися своїм досвідом. От розкажіть, будь ласка, які умови створюють там для тренерів? От як там розвивається спорт стрибки на батуті? Це особлива тема. Чесно говоря, про Китай, роботу в Китаї я хотів би розказати там і 2, і 3 часа, і в самом деле є що розказати. Ну, як мало ефіру, я скажу, що і в самом деле я почувствовал себя тренером, тренером человека. Вот отношение к тренеру, не только руководство, но и также воспитанников. Вот, а условия работы, конечно, это в первую очередь. Конечно, условия – это ну, просто идеальные. Вот когда есть у нас пословица, иду на работу как на праздник. Вот я каждый день ходил на работу как на праздник, потому что хотелось работать, хотелось... Готовить спортсменов, ну и в самом деле и результат получился. Там был тоже зал 6x9? Нет. Там и 2 батута? Да, большой зал, 4 батута, но это работала сборная только. Только сборная. Вот, то есть 2 батута мужских, 2 батута женских. Вот, ну, конечно... Отношения очень здорово. И сборная работала сборная яка, до речи? Сборная региону? Да, сборная провинции. Ну, области, если перевести на наши, это сборная провинции, да. И, тобто у самой провинции были еще, ймовірно, залы, так? Раз отбиралась туда уже сборная. Вот первый раз, когда я поехал на 3,5 месяца, наша команда на спартакиаде Китая впервые, она никогда в призах не становилась, и впервые мы заняли 2-е место. Вот. Пригласили меня еще на 1 год и попросили провести семинар. И пригласили тренер провинции, который работает в провинции. И сколько было тренеров? Ну, наверное, раза в 2 больше, чем на Украине у нас на данный момент. Это только у провинции? Да, только у провинции, да. От проведення змагань на високому рівні, участь у міжнародних змаганнях, підтримка кращих спортсменів, неможливі речі без допомоги меценатів, спонсорів. От чи є така підтримка у стрибках на батуті? У Федерації обласної стрибків на батуті? Чи дуже важко знайти спонсорів? Ну, у нас на даний момент виїжджають
Только на официальные соревнования за счет министерства. Это чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Тобто спонсоры взагалі. И Кубка мира, да. Единственное, что сделал у нас Сергей Анатольевич Петухов, это спасибо ему. Мы тренировались на ленинградских батутах, которые уже 70-х давно. Да. Вот. И он помог через депутатов приобрести нам батуты Евротрампа, на которых проводятся уже официальные... Это было в 2013 году? Да, в 2013 году. Вот на данный момент, ну, конечно, поставить их в этот зал и смотришь сейчас, это как, допустим, большие ворота поставить на... поле футбольное по мини-футболу, поэтому так и получается. Ну, спасибо, да, все-таки. Наша програма добігає свого кінця. От ваші побажання діючим спортсменам, а також тим юнакам, які роблять у спорті перші кроки? Спортсменам, які зараз тренуються, да, треба більше труда, усердия, тому що раз вже вибрали цей вид спорту, до конца доработать. А начинающим спортсменам в первую очередь нужно это полюбить вид спорта, выбрать. Если родители приводят насильно, со слезами в зал заталкивать его, конечно, это уже ничего не получится. Да. Нужно и в самом деле выбрать и полюбить вид спорта. Это не только, я думаю, что касается прыжков на батуте, но и всех видов спорта. Да. Если полюбил вид спорта, ты даешь все силы для него, и для, чтобы достичь высокие достижения. А ваші побажання от працюючим тренерам у нас зараз у місті, в області, які працюють у стрибках на батуті, і вашим вихованцям, от ми вірно подивляться програму, і ваші побажання, може хтось і прийде у стрибки на батуті і буде розвивати цей спорт у нас у Дніпрі? Ну, я думаю, что те тренеры, которые работают, спасибо им, что в самом деле не сдаются. Мы, говорю, повторюсь, показываем хорошие результаты. Ну, а молодым спортсменам все-таки не забывайте, чем вы занимались 10 лет. И все-таки, может быть, судьба повернет вас обратно в школу и... станете на наш тренерский путь и будете воспитывать детей, а не зарабатывать деньги. Мы також бажаємо вам не здаватися і досягати, виховувати молодь. Може хтось із зараз тих от зовсім ще юних спортсменів досягне висот, яких досягли Кошелева, Гвоздіков, а також Антонова. Дякую за те, що завітали на програму, дякую за щирі відповіді. Спасибо вам большое, да, спасибо. І наприкінці програми наше традиційне побажання займатися спортом і бувайте здорові. До побачення.